Всем привет, зрители и подписчики канала на YouTube. Итак, сегодня мы хотим вам рассказать о Фоксфорде. Это крупнейшая онлайн-школа в России. Домашняя школа-экстернат Фоксфорда для учеников 5-11 класса с онлайн-занятиями. В наше время ходить к репетиторам не только затратно, но и убивает кучу времени, что самое главное. Так как сейчас у детей большая нагрузка в школе, много домашних заданий задают, плюс у многих дополнительные секции, занятия, кружки. Например, наш ребенок посещает футбол, что ни для кого не секрет, что отнимает тоже немало времени. Это все знают. Да, Фоксфорд предлагает нам занятия прямо на дому с высококвалифицированными учителями и профессорами, что немаловажно. Мы с Ладиком проходили курс школы Фоксфорда. Единственное, что немножечко нас напрягало, это занятия проходят в основном во второй половине дня. Но и это, в принципе, не стало проблемой. Но так как ребенок учится во вторую смену, естественно, заниматься в режиме онлайн было немножечко неудобно. Поэтому все занятия, которые мы выбрали, три курса, это английский язык. Единственное, что у меня получится, с 5 по 7 класс идет курс. Неправильные правила, это русский язык, 3-4 классы. И математика, 3-4 класс, это называется веселая математика. Мы просматривали уже в записи, потому что в основном занятия проходят в 4, в 16.00 и в 18.00, когда Владик просто абсолютно не успевал. Немножечко скажем вам подробнее о занятиях. Когда вы записываетесь на эти курсы, у вас появляется вот личный кабинет. У нас, например, вот, привет, Владислав, личный кабинет, заходим в него. В принципе, у нас появляется то же самое, что и есть. Вот эти наши три курса, по которым мы проходили обучение. Нажимаем на веселую математику. Первое занятие вводное, как вы можете видеть, оно бесплатное. Как я сказала, что занятие проходит в онлайн-режиме, и ребенок в любой момент может задать вопрос преподавателю лично. Так как у нас почти такой возможности не было. Мы посетили только несколько занятий в онлайн-режиме. Это, по-моему, одно занятие английского языка и одно занятие русского языка. Остальное время у нас просто не получалось из-за того, что Владик в это время учился. А мы все занятия просматривали. Тут у вас есть такая кнопочка «Просмотрено». Переходим, например, к первому занятию вводное. У нас это математика. Включаем его. У нас появится школа Фоксфорд. Тут у нас идет прямой чат, где ваш ребенок может оставить сообщение и также задать вопрос преподавателю на ту тему, которую он понял или же там не понял, и переспросить, уточнить. Включается у нас, идет преподаватель. Занятие по веселой математике у 3-4 класса. Давайте для начала я сегодня вам расскажу о том, как это происходит. Тут, получается, первые моменты – это моменты знакомства. Преподаватель рассказывает, что вы будете проходить конкретно, какие темы будут звучать и так далее, и так далее. Дальше уже идут решения, показывает, объясняет, как, где и что. Так, также здесь есть опрос, который нажимаешь на опрос, и тут у тебя есть, в каком классе вы учитесь. Нажимаем 4 класс, голосовать. И вот нам показана такая статистика, какие классы здесь занимаются. Вот здесь получается большинство 4 класса и большинство 3 класса, даже большинство 3 класса. И немножечко даже старше есть детки, которые занимаются по этой программе. Также и проходят здесь презентации. Вот, например, то, что пишется на этот раз расшифровал целое предложение. Поэтому тут надо идет расшифровка предложения. Это вопрос на внимательность для детей. Также проходят всякие олимпиады Фоксфорд, которые про олимпиаду Фоксфорд можно узнать тут. Переходишь по ссылочке, все это читаешь, прекрасно узнаешь. По окончанию прохождения занятий вы получаете такой сертификат, награждается ученик такого-то, такого-то класса, указывается школа, лицей,
там и мистера Фокса со всеми штампами и печатями заверенной. Также немножко покажу вам те программы, которые, точнее, те занятия, которые здесь проходят, вот числа и цифры, решение логических задач с помощью таблиц, арифметические задачи и так далее, так далее, так далее. Тут очень много всяких, такой большой перечень заданий. Как раз мы сейчас у нас в школе проходится тема скорость сдачи на движение. Как раз нам эта тема очень-очень актуальна в данный момент. И что Владик очень помогает в учебе. Также здесь можно выполнять домашние работы. Но пока мы, к сожалению, их не выполняли, потому что у нас и без этого хватает домашних работ. Мы просто все просматривали, смотрели, что, как. Где-то с ним просто изучали на тетрадке отдельно, не здесь. Например, сколько разреза. Вот во дворе лежало 4 бревна. Сколько получилось? И вот тут к нему получается задание. Так, также ко любому предмету, который вот у нас тут выбрано, их 3. Тут показаны наши педагоги, которые ведут занятия. Вот, например, русский язык, то же самое. Открываем страничку, вводное занятие, идет 39 минут, просмотрено. Тут же может быть о курсе, рейтинг, обсуждение. Также заходим на языковые законы и правила. Например, занятие 1 час 23 минуты проходит. Также включаем, смотрим чат, кто что, какие вопросы задает. Педагог нам рассказывает тему. А вот что в белорусском языке будут писать ЖШЫ, а в русском ЖШЫ, об этом договаривались, это правило. Вот. И сейчас... И также, как и везде, также вот есть, да, идет чат, ссылка на предыдущее задание, правила, слайд правила идут. Также есть и везде домашние задания. Также, что на русском, что в математике, что в английском языке. Также я хотела вам показать, вот получается, курсы по всем предметам. У нас выбирается 4-й класс, вот мы выбрали 4-й класс, и у нас тут выскочило, что есть к 4-му классу. Это курс математики для 3-4 класса, веселая математика, как раз то, что мы сейчас проходили. Курс по русскому языку, неправильные правила, как раз то, что мы сейчас я вам показывала, 120 рублей, занятие час стоит. И также есть курс квест «Эмоции и мышление» для учеников 3-5 классов, 130 рублей час стоит. Тут получено 150 задач, 30 занятий, это вот по русскому, неправильные правила, русский язык, 30 занятий, 150 задач, это у нас математика, и получается 8 занятий, 4 тестовые задачи, эмоции и мышление. Также вы можете выбрать любой вас интересующий класс, 5-6, и вам уже выдадут как раз английский, который у нас, к сожалению, 3-4 класса там не было, у нас будут, получается, 5-7, который мы проходим, углубленный курс по русскому языку, 5-8 класс и так далее, и так далее. Короче, получается, с 5 по 11 классы есть, в принципе, все, что вас интересует. Можно найти любые курсы, которые вам по душе, и вы обязательно подтянетесь в учебе благодаря этим курсом, причем не выходя из дома, можно укрыться, кажется, пледом, взять кружечку, приготовить ребенку кружечку там чая, и ребенок спокойно будет прослушивать курс онлайн и заниматься, выполнять домашние задания, или же просто для себя подчерпивать нужную информацию и подтянуть свою учебу. Мы очень рады, что нам подвернулась такая возможность пройти эти курсы онлайн. Спасибо большое школе Фоксфорду. Нам было очень-очень приятно. Надеюсь, и для вас это будет много полезной информации, чтобы ваши дети могли учиться, заниматься, не выходя из дома. Всем пока. Пока.